зале Нижегородской филармонии звучит музыка Бетховена, Брамса, Чайковского и Шостаковича. На сцене артисты молодежного оркестра. Им всем не больше 30. В зрительном зале тоже молодежь, студенты нижегородских вузов. Многие из слушателей в филармонии впервые, но мировой классикой прониклись. Классическая музыка, она, опять же, нечто особое, какое-то отношение к ней. Хочется, да, наверное, прийти еще. Очень было просто туда интересно прийти, не столько ради музыки, а сколько ради этого места. Очень красивые ребята сидят, исполнители. Могу путаться в терминах, но те, кто вот сидят вот на скрипке играют, они очень прикольно выглядят. Будущие химики, физики и юристы, возможно, до конца не осознают, какого уровня оркестр перед ними выступает. Коллектив из 100 человек начал работу буквально 1 сентября этого года. В конкурсном отборе принимали участие 400 претендентов. Нижний Новгород стал первым городом в их первом турне. Выступалось очень здорово. Хорошая акустика, да, очень приятно игралось. Публика очень тепло принимает нас, поэтому ощущение очень приятное. Плюс от каждого концерта, от концерта к концерту чувствуешь рост, результат, потому что мы новый коллектив, и все сыгрываемся, что-то, чему-то учимся. Вот. И от концерта к концерту чувствуешь какой-то прогресс. Вот сегодня я считаю, что это было уже на достойном уровне. Создатели оркестра называют его также симфонической академией. Артисты работают с лучшими дирижерами и концертмейстерами. Цель – вырастить первоклассных музыкантов, востребованных на музыкальном рынке страны. И туда, ребята, в основном студенты на 95%, сегодняшние студенты, не только приходят вот на репетицию поиграть, может быть, позаниматься там на групповых, но они приходят на целый комплекс занятий. Это такая новая форма оркестра, где оркестр весь устремлен на действительно выдающиеся достижения. Управляет молодым во всех смыслах музыкальным организмом дирижер Димитрис Батинис. Отмечает, что полутора месяцев им вполне хватило, чтобы подготовить программу для турне. Это очень особое чувство, очень особое ощущение для дирижера, потому что та колоссальная отдача и энергетика, о которой уже говорил Алексей Алексеевич, которая присутствует в молодежном оркестре, она очень сильно заряжает дирижера, и это просто, я считаю, огромное счастье дирижеру работать именно с молодежным оркестром такого уровня. Из Нижнего Новгорода Российский национальный молодежный оркестр отправится в Сибирь. Следующие концерты запланированы в Томске, Кемерове и Омске. Екатерина Анисимова, Георгий Захаров, столица Нижний.